Сегодня 26 июня, 7 часов утра. Я выглянула в окно и увидел птенцов на верхушке березы. Небо чистое, солнце, ветер прохладный. Птицы смотрят на солнце, они хотят улетать. И ветер качает березу. И птица тоже качается. По оперению похоже на молодых щеглов. Один птенец поет, а другой спит. Ему хочется подремать, глазки у него иногда закрываются. Утро начинается. О, встрепенулся. Птенцы не сразу приобретают окраску своих родителей. Ну вот черная с белым оперение, оно точно соответствует. И желтенькая полоска окраски щеглов. Ветер усилился. Какой красивый перышко, все улетели.